Привет, ребята! Вы на канале «Домашние питомцы», и, наверное, вы все задаетесь вопросом, почему так долго не было видео. Я неделю не снимала, я неделю отходила, и я все-таки решила, что вам нужно об этом знать. Я подумала, что все-таки вам нужно об этом сказать, потому что, я думаю, вы все хотите понять, что же случилось. В общем, ребята, мне очень тяжело об этом говорить, но Мэнни его не стало. Его с нами больше нет. Он ушел в ночь с 1 на 2 число. Он вел себя как обычно. Он выходил ко мне, игрался, кушал хорошо. Потом он просто лег спать. Мы тоже легли спать. Это было ночью. И мы проснулись, а он нет. Что случилось, я не знаю. Я не знаю, что могло произойти. Я предполагаю, что это либо сердце, либо инсульт. Вот. Думаю, что что-то из этого. В общем, прошла неделя. Я неделю не могла снимать, потому что я не из тех людей, кто любит пореветь на камеру. Вот. И мне нужно было как бы немножко успокоиться и немножко отойти и отправиться от шока. Что хотела еще вам сказать? У меня есть последнее видео с Мэнни, оно было снято 31 декабря, и я хочу все-таки выложить это видео. Я думаю, на следующий день его все-таки выложу, чтобы и вы, и я смогли все-таки попрощаться с Мэнни, и это будет последнее его видео. Вот, и на этом видео, конечно, когда я его монтировала, было пролито немало слез, но все-таки я думаю, что вы должны увидеть это последнее видео Мэнни. Ребята, пишите свои комментарии, особенно те, кто уже терял крыс, как это пережить, как вы это переживали, потому что я, несмотря на то, что прошла уже неделя, я до сих пор в шоке, и я до сих пор как-то не могу оправиться от этого удара. В общем, такое вот коротенькое у нас получилось видео. Надеюсь, вы меня поймете. Я не знаю, что случилось. Мэнни умер в возрасте 2 года и 1 день. В общем, всем пока. И в следующий раз я выложу уже как бы прощальное видео. И надеюсь, вы его посмотрите и тоже сможете таким образом проститься и почтить память Мэнни. Всем пока!